Мы продолжаем постоянную рубрику «Овертайм». Наш специальный корреспондент Антон Воробьев и бывший тренер водника Эдуард Трифонов анализируют успехи и разбирают неудачи команды в этом чемпионате. Яркие победы и череда поражений желто-зеленых в последние дни не скрылись от глаз наших специалистов. Смотрим. После яркой победы над лидером чемпионата «Зорким» со счетом 6-4 водник принимал, можно сказать, середнячка соревнований. Нижегородский старт. Легкая и красивая победа 6-2 и отличное настроение перед выездной серией из 3 матчей. Старт попытался претендовать, но за счет индивидуальных действий и немного везения Евгений Дергаев прошел по краю и отдал пас на Ивана Щеглова, который великолепным ударом в девятку забил гол. Эту атаку начал наш защитник Роман Сухоруков. Вывез мяч, сделал нацеленную передачу верхом на Александра Антонова. Тот хорошо обработал и сделал скидку на капитана. Тот вторым темпом технично разобрался с 5 игроками старта и добил гол. Шла 73-я минута после розыгрыша углового. Первыми на добивании был Евгений Леонов. Счет стал 5-0 и игра была сделана. Довольно-таки легко сыграли. Ну да, это продолжение домашней серии было. Зорким очень хорошую игру качественно выдали. И со стартом, в принципе, я думаю, мы тоже особых проблем не испытывали. Мне понравилось, как играли в обороне вот, со стартом. Ну, фактически моментов там у нижегородцев не было. А вот выезд по маршруту Киров, Первоуральск, Москва не задался. Если с «Динамо» в этом сезоне водник еще не играл, то «Трубник» обыгрывали дома, а с «Родиной» разошлись ничьей. С «Родиной» мы уже играли, сыграли довольно-таки неплохо. Что случилось в этот раз? Ну, я сейчас хочу сказать, обобщить все эти 3 матча. Не очень хорошо мы во всех этих 3 матчах выездных сыграли в обороне. И отметить именно в обороне, всей командной обороне. Это не только защитники, это и оборона начинается с нападения. Это и как передняя наша линия загоняли, очень мы плохо оборонялись. В итоге 2 поражения от команд, у которых водник мог и должен был выигрывать. 7-3 от «Родины» и 3-1 от «Уральцев». Ошибка. Мы внимательно играем с игроками своей штрафной площади, пропускаем обидный гол со штрафного. Пенальти не забиваем уже 2-й. Я думаю, Дмитрию Родова не надо было бить своей бывшей команде. Его очень хорошо знает вратарь. После длинной навесной передачи защита первоуральцев ошибается. Дергаев выезжает на свою убойную позицию. Самоотверженно под мяч садится Александр Бунтов и отводит игру в ноговую. Но к нашей радости Иван Щеглов реализует стандарт и сравняет счет. Наши игроки попытались перезаменить этот мяч и в одном из моментов забили гол. Но судья ошибся, неправильно определил положение вне игры. Не засчитал его. У нас все удаления во 2-м тайме. Некоторые весьма сомнительные. Собранности не хватало, дисциплины на игровое, на поле. Очень вроде пытаемся количеством обороняться, а не качеством. И игроки только друг другу мешают. И такие, какие голы нам забивали, ну, за такие игры надо, по идее, 2 стоять. Длинный продольный пас низом скрыл нашу оборону. Игрок Кирова вышел 1-1 и переиграл нашего вратаря. Очень не понравилось, как сыграла наша команда в обороне, когда забивали 3-й гол. Правый бортовик Кировчан поперек поля сместился на левый борт, вернул снова в центр, снова свой правый край пробил оттуда, и на добивании игрок «Родины» был первый. И здесь комментировать не хочется, обороняемся безобразно. Во 2-м тайме первые 10 минут водник забил 2 мяча, сразу вспомнил недобитый пенальти в 1-м тайме. Отличился в результате хорошей быстрой контратаки Евгений Дергаев. Выездное турне водник заканчивал субботним дерби против «Динамо». Москвичи соперник принципиальнейший. И даже небольшой провал на старте сезона на их настрой никак не должен сказаться. Это команда самого высокого уровня. И они на нас очень хорошо настроились. И с первых минут они в 1-м тайме уже повели 7-1. И тоже у нас шансов фактически не было с ними. Итог печален. 10-4 разгром в Москве с 3-матчевого выезда, 0 очков, 8 забитых мячей и 20 пропущенных. В результате 9-е место в таблице перед началом домашней серии. Что радует, на стадионе «Труд» в этом сезоне архангелогородцы поражений не знают. Даже «Зоркий», один из претендентов на победу в чемпионате, имеющий лишь 1 поражение, потерпел его именно в Поморье. Такое ощущение, что «Водник» становится домашней командой. Дома можем играть «Зоркий», на выезде проигрываем и сильным, и ровнее. Почему так? Перед своими болельщиками все себя хотят хорошо проявить, а
думают, что поехали на выезд, а сейчас средства массовой информации позволяют следить за этими матчами, они по-прежнему думают, что их никто не видит, как они играют. А все болельщики все прекрасно видят, как они играют на выезде. Уже завтра «Водник» скрестит клюшки с лидером чемпионата «СКА Нефтяником» из Хабаровска, а в пятницу с клубом «Байкал-Энергия». Будет жарко. Все подробности матча и полная версия нашего интервью на портале NordLife. Антон Воробьев, Эдуард Трифонов, Новости 24, Архангельск.